Буэнос, друзья! Добро пожаловать на канал Гамикон, и сегодня мы с вами заценим Banisher's Ghost of New Eden. Очередная новинка. Давайте заценим, как она вообще идет у нас на Steam Deck. Запускаем, друзья! Игра прекрасно запустилась. У меня, конечно же, естественно, лицензия с зеленого магазина. Запустил я ее через порт Proton просто в два клика, вообще ничего не делая. Это просто супер. В игре есть русский язык, конечно же, только текста. Озвучки вы здесь русской не увидите. Попробуем с вами и Full HD запустить для тех, кто вдруг играет на телевизоре. И запустим в HD 1280 на 800 для тех, кто играет только на портативе. Посмотрим, как же игра оптимизирована, какие у нас будут показатели. Давайте идем в настройки. Конечно же, в первую очередь, видео. Так, у нас стоит 1280 на 720. В этой игре рекомендую ставить именно это разрешение, потому что если вы поставите наше нативное, у вас будут рамки, да. Вот как-то так. Что здесь есть еще? Есть масштабирование разрешения. AMD FSR встроенный. Пока его, наверное, отключим. Или включим качество. Нет, давайте отключим. 2.2, кстати. Неплохо. Хотя давайте включим. Графику я выставлю сначала на высокое все. Кроме теней наших любимых. Нам они нафиг не нужны. Сглаживание AMD FSR 2.2. Тогда нам нужно, раз мы включаем с вами сразу же FSR... А, нам здесь ничего не нужно. Ну все, друзья, давайте пробовать. Применяем. И идем в игру. Выбор сложности. Сюжет. Низкая, средняя, высокая, очень высокая. Мы берем среднюю, мы с вами не хардкорщики, по крайней мере, я. И давайте смотреть, как же выглядит наша игра. Напоминаю, мы включили все на высокое, кроме теней. У нас подключен встроенный FSR 2.2, который есть в игре, это прекрасно. Так, начальную заставку нам... Конечно же, не дадут пропустить. Мадам, сэр, корабль встал на якорь у Нью-Идена. Шлюпка в вашем распоряжении. Пока FPS, в принципе, нормальный. Не вижу я, что особо как-то ломаются пиксели. Ну нет, есть, 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 как всегда. Игра от Dontnod. Мне снились облака. Здоровенные пушистые твари, плывущие низко. Не дают прочитать, конечно же. Игра не сильно экшоновая, хотя здесь будет боевка, но здесь будет много детектива, поэтому, возможно, нам и не нужен огромный FPS. А мне снилась бездна на самом дне самого глубокого океана. Ну, пока что неплохо. На самом деле, я смотрю даже сейчас в телек, и на этом разрешении все выглядит неплохо. Доброго дня, любовь моя. И тебе доброго дня. Ну, пожалуйста, почему перестали давать возможность пропускать? Вот, допустим, я это уже видел. Добро пожаловать в Америку. Играем мы, насколько я понял, в 17 веке. Главные герои у нас изгонятели призраков, которые как бы остались на земле после смерти. Очень долго, то есть...
Геймплей, друзья. Ну все, мы послушали, поняли, что они приехали в Америку. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Atea, we need to go. Night be. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, and pair and red. Нет, игра настойчиво хочет, чтобы мы это все слушали. Жизнь живым, говорим мы, и смерть мертвецам. Но все не так просто. Еще на заре человечества мертвые задерживались в мире живых. После смерти мы остаемся сложными созданиями, обуреваемыми чувствами. Многое может привязывать нас к этому миру, и узы эти испокон веков эту привязь разрывали изгнатели. Смерть — пустяк, она приходит ко всем. Истинный ужас — стать призраком или оказаться жертвой его преследования. Очень быстрые субтитры с выражением мне прочитать. Так, да, отлично, мы с вами играем. Так, ну что, тридцаточка есть? Я думаю, что можно спокойно ставить на 30 лок здесь. О. Ну, неплохо выглядит. Выглядит неплохо. Мы с вами сейчас... Что мы сделаем? Мы... Да, и все равно, кстати, на качество тоже неплохо. Поставим средний, наверное, да? На высоких как бы все норм. Применить. Окей. О боже. Что это? Текстуры. Текстура. Жесть. Но у меня она на microSD, возможно, из-за этого игра все-таки требует... SSD-шника. Так, что у нас здесь? Здесь у нас... Давайте отключим. Хочу максимально видеть. FSR отключен. Все хорошо. Сороковочка на средних. Так, прыгать нам не дали. О, что такое? Фонарь, что ли, какой-то? Давай, побежали уже, побежали. Дай, блин. Ну, какое-то управление, надо очень это, по горизонтали прям чересчур. Ну, на мой взгляд. Давай, 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 муженек. Что такое, что такое, что такое? Как подобрать? Купырь лесной, да, очередная какая-то муть. У нее то белые, то черные волосы. Все-таки какие она. Седая, опять какая-то проблема с волосами. Я вспоминаю Робокопа. Так, есть компас. По компасу нам идти сюда. Пойдет. Ну, тридцаточку выжать можно. Кстати, не слишком уж большой какой-то прирост, если я включаю средние настройки. Сам-то интересный, да? То есть, да, FPS начинает просто скакать дико от 32 до 50. Это тоже не good, поэтому лучше лочить. Я лочить не буду, чтобы вы видели, а вы у себя можете залочить на тридцатку. Я думаю, что тридцатки тут вполне достаточно.
Но смотрите, как будет с откликом в движении. О, боевочка. Есть прицел. Оп. Ну ничего, в экшн-сценах уж совсем не падает. Да, тридцатка самое то. Либо низкие и... Можно даже, мне кажется, больше выжать. Так, а что у меня включено Power Tools? Давайте посмотрим. Включаем перформанс. Ну, сороковочка. Неплохо. Но надо что-то делать с чувствительностью. Уж чересчур она какая-то. И вообще, вот что это значит? Доберитесь до Нью-Идена. О. Темно, как в жопе, как всегда. Почему-то в этих играх. Но графончик такой себе. Ничего нельзя ударить. Давайте сейчас докуда-нибудь дойдем и попробуем на Full HD. Потому что не вижу смысла проверять на нашем нативном. На удивление, игра оказалась нормально оптимизирована. Вот, блин, если смотреть на Forspoken, да? Может, мы побежим? Нет? Здесь прям нормально. Я, конечно, не знаю, если мы сейчас, может быть, придем в какой-то город. Может, тут всякое есть, да? Мы же туда идем. И, возможно, в этом городе будет много народу. Блин, слезать можно только именно по триггеру. По кнопочке. Это печально. Опа, 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 на. Так, у нее есть этот прыг. Когда шкала изгнания заполнена, нажмите А, чтобы изгнать. Есть отпрыг, но он такой, блин, опять отпрыг назад. В смысле? Это непонятных радиус удара, кстати. Ой, сразу троих, да, получается, бьет. Ну да, от прыга можно пользоваться, проблем нет. Кстати, прикольно. Мокрая окровавленная записка. Возможно, эти слова будут утрачены, но их нужно записать. Какой сегодня день, не знаю. Помню только, что сейчас июнь 65-го года 17 века. Мне казалось, что Провиденси будет безопаснее, что мы вновь увидим наших детей и в золотых полях пшеницы будет звенеть их смех. Теперь их мать мертва, и скоро я разделю ее участь. По дорогам бродит нечто злое, ужасные духи обрекли нас на смерть. Нью-Иден проклят. Тем, кто читает это, бегите. Вот так да. А мы туда как раз идем. Что здесь вообще происходит? Ну что происходит там, блин, уже шестерых призраков видели. Что тут может происходить? Двадцаточка. Естественно, на боссе. Блока не завезли в эту игру. Жалкая тварь. Кстати, вы видели, вот когда вышел этот босс, попал до 29.8. То есть у меня почему-то смутные сомнения, что мы, если придем куда-то в город и там будет много народу, мы сможем нормально играть. Но давайте уж, чтобы быть честными, мы все-таки FSR FSR.
Ар включим на баланс. Это лучше. А редкости, кстати, я вообще не добавлял. Это так и задумано, ну окей. Средняя-средняя. Но растительность, блин, ну не знаю. Совсем уж станет как-то подсосно, мне кажется. Постобработку, наверное, можно убрать. Эффекты. Возможно, все произошло, потому что... были эффекты от босса. Ну да, стало гораздо зернистей. Хотя нет. Let's wait to hear what Charles has to say. Все равно 30. То есть ничего ни хрена не поменялось. Нажмите L. Бежим, бежим. И псесы на крысы. Оп. Оп. Просадка, тридцаточка. Блин, только я игру похвалил за хорошую оптимизацию, но что тут, видимо, крысы очень грузят нашу систему. Welcome in committee. 27. Let's find Charles. Давайте поищем товар. Ну, давайте. Я теперь даже боюсь включать Full HD. Компас показывает, что сейчас вы в области расследования. Найдите таверну. Базар. Ой, что это было? Ё-моё. Люди, кстати, какие-то ходят, видели, да? Таверна, порт, кладбище. Таверна. Инн. Ин это по-английски таверна. А чё за чел? Ну ладно, хрен с тобой. Пойдём в таверну. Бухнём. Давайте вот прям сейчас, потому что мы зайдём в таверну. Хотя мы зайдём в помещение. Включать Full HD помещение, ну такое себе, да? Нечестно, скажете вы, нечестно. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. Изгнатель. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I assumed... Keep digging, Fairfax. Fairfax. Знакомая фамилия. Captain of the train band. This here is thick-skinned Newsmith. Это баба. We're the selectmen. What's left of us? Толстокожие. Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy, though our faith sustains us. Ну, я не буду слушать это. Кому хочется, поиграйте. Потому что я уверен, ну, начинается, мы сейчас будем расследование тут вести. Я хочу включить Full HD, поэтому... Ля-ля-ля, тополя. Я не хочу сейчас вдаваться в сюжет, мы здесь не для этого. До встречи, все, пока. Ла-ла-ла-ла. Поговорить? Опять поговорить. Ну, мы же типа как бы почти детективы, да? То есть мы должны улики собрать там, все такое... давайте врубим Full HD. Наверное, Full HD я не буду включать, я включу 900. Ну уж слишком наглеть не хочу. Так, и... ну, график стал лучше гораздо. На телеке.
Ну и Фепос у нас, и управление, конечно, стало дико некомфортным. Давайте включим низкие. Низкие. Стало хуже. С низкими стало хуже, что игра аж зависла. А, отвисла. Окей. These people are idiots if they believe prayer will save them. Ну, она загружается прям долго. Ну, смотрите, на низких, на Full HD. Ну, в принципе, 30-чик есть, если поставить лог. И то она не везде 30-чик показывает. То есть здесь 35, здесь 33. Почему? Гора, видимо. 40 он вообще женщина раздает. Ну, то есть... Кто хочет играть на телеке, а таких много, хотя я читаю комментарии, что какой дурак это делает, но я могу сказать, что делают. А мы, пожалуй, вернемся обратно к нашему разрешению. Нашему. И отключим ВСР. Применить. Теперь я знаю, почему у меня мышка появилась. О, прекрасно. Мы сделаем вот так. И сделаем вот так. Пойнк. Давайте, чтобы точно быть уверенными, что у нас врубается FSR. Врубился. Отлично. Все, FSR наш встроенный включен. Встроенный в Steam Deck. И все-таки, ну, давайте его хотя бы ну, вот так. Давайте растительность на среднее, да? Эффекты на среднее, тени на низкое. Вот так. Так, хочу попробовать. И что такое? Где мой FSR? А, я, наверное, знаю, почему. Потому что у меня стоит разрешение. Поэтому мы сейчас секундочку подождем. Я выйду из игры, зайду обратно. Но это, конечно, странности. То есть он не дает нам включить. Хм. Он не растягивает так, как нам надо. Ну да, на высоких 30-ка. Что на средних? А давайте прям все оставим так. Вообще, вот ничего не меняется. Что там 30-ка, что тут 30-ка. Короче, можно смело ставить высокий и не париться. Какой можно подвести вывод на данном этапе, что в нативе вы спокойно поиграете в нее даже на высоких, по крайней мере, текстуры. Все будет норм. Так, делаем баланс. Применить. Да. Блин, ну сейчас будут опять миллионные разговоры. По любасу. Простите, я эту слезную. Оп.
До встречи. We'll take a look. Ну да, Пеппас падает. We'll find the way. Короче, не играйте выше, чем 1700. Чем 1280 на 720. Самое то. Нафиг больше не надо. Можно даже качество здесь врубить. Включить текстуры высокие. Эффекты низкие, тени низкие. Вот так. Where are you staying, my dears? The governor had a room prepared for us in the schoolhouse. The schoolhouse? Wouldn't you rather stay here? You'd be more comfortable. It's very kind, but... I personally... Так, драться-то будем? Или... These days I lack the heart to play. Фига, она от него отошла. I can't believe you brought your piano forte to New England. Чтобы понять, что удерживает... Спасибо. Спасибо. Да нет, кстати, графон нормальный. То есть вывод можно сделать, что играть можно вполне. Да ну, ну нет, ну пожалуйста, ну вы чё? Все смотреть? Ёкарный бабай, мы в какую игру-то играем? Я думал, будем с призраками сражаться. Как говорится, все посмотри, да, все почитай. I didn't know Elnor and Charles were still in touch. The Saint Paul Brotherhood is a tie that binds. Перечитай все письма, почему нет? Ну. Charles is so eager to continue his research here in New Eden. Вот как-то странно, да, работает. Смотрите, 36, то есть 1 000 000 объектов. 44. Вот, это понятно. Ладно. Ну, короче, потому что я думал, мы все-таки здесь побегаем, посражаемся. Кому хочется, зацените. Она есть в зеленом магазине. Ставится просто в два клика через порт Протон. Оптимизация более-менее нормальная. Ничего не могу сказать плохого. Ставьте лог на 40, если вы играете в портативе, или на 30, если играете на телевизоре. Даже, кстати, в таком же разрешении можно играть на телеке. Я не скажу, что выглядит как-то уродски. The schoolhouse. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Batchelor came to see me. Может быть, она посуду не моет. Попила из одной, а потом попила из другой. Ну все, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте, лайки очень важны. Именно они помогают продвигаться каналу. Пишите в комментариях, как вам эта игра. Прошли вы ее, какие впечатления, потому что, когда было, не помню, где ее показывали, на какой из конференций, но она показалась очень прикольной. Я не думал, что здесь такие будут детективные, конечно, вещи, что нас не будет выпускать, пока мы тут все не облазим и не почитаем. Но да ладно. На Steam Deck играется нормально. Нормально. Многие пишут, когда я говорю нормально, что, блин, вы посмотрите, 30 FPS говно. Да, почему вы решили, что 30 FPS это говно? Поэтому... Главное, чтобы управление было отзывчивое, но он вполне отзывчивое вообще. Проблем не вижу. Ну, немножко надо, да, его ось X подкрутить. Увидимся с вами в следующих видео, друзья. До новых встреч. Пока.